Причиной падения ракеты «Союз» стало повреждение одного из датчиков при сборке на Байконуре. Спустя 3 недели после первой за 35 лет аварии пилотируемого корабля госкорпорация «Роскосмос» представила выводы расследования специальной комиссии. Ее глава Олег Скоробогатов говорит. Причиной нештатного разделения явилось не открытие крышки реактивного сопла увода бака окислителя блока «Д» из-за деформации, вот второй снизу, из-за деформации штока датчика контакта разделения, допущенный при сборке пакета на космодроме Байконур. Генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов отметил. Дополнительно будут, видимо, какие-то организационно-технические меры. Это переаттестация персонала, хотя весь персонал аттестован, весь персонал достаточно опытный. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в свою очередь, сообщил, что конкретные исполнители, допустившие ошибку, уже известны. По его словам, боковой блок был неправильно присоединен к ракете. Не были использованы предписанные инструкции, инструменты, которые позволили бы с высокой точностью обеспечить эту сборку. Экипаж «Союза» в результате аварии не пострадал. Следующий пуск ракеты запланирован на 3 ноября с космодрома Плесецк.